Всем приветик! Нам пришла новая посылочка с Давидиком в детский садик с одеждой, как и в прошлом видео. Вот, Давидик ходит неделю уже в детский садик. Пока по 2 часа, вот такие у нас новости. Так что будем распечатывать посылочку. Итак, что же в нашей посылочке? Первая накладная. Вот она. Всего сумма заказа, вот, как вы видите. Вот такой прайс. Здесь видны все товары. Можно увеличить и все посмотреть, если кому-то что-то будет нужно. Фирма, которая заказывала одежду, называется Demi Baby. Demi Baby. Вот так вот. Сейчас я вам ее покажу. Вот здесь сверху. Вот их сайт. Demi Baby. Так, здесь пришла куча всего-всего. Сейчас будем потихоньку с вами это все раскрывать и смотреть. Так, вот это первое, это костюм с бриджами должен быть. Футболочка и бриджи в полосочку. Сейчас покажу вам все. Так, вот такая вот футболочка. Полосочку, морячок с карманчиком. Все хлопок натуральный, нет никакой синтетики. Еще раз сейчас вам фирму покажу. Крупненько. Размер 110. Мальчик. Вот такая вот футболочка. И к ним идут бриджи. К ним идут вот такие вот бриджики. Так, что-то фокуса нет. Сейчас. И так. Такие бриджики идут с карманчиками. Но они слегка подмятые, поэтому... А так, в принципе, они хорошие. Просто потому, что подмятый вид, кажется, что не очень. По бокам карманчики. И сзади вот такая вот надпись и якорек на попе. Такие бриджики. Так, это один костюмчик идет. Вот так вот. Вот так вот он будет выглядеть, этот костюмчик. Такой костюмчик. Так, еще я заказала такую же футболочку, как в предыдущем видео. Там была голубенькая и салатовая. Я купила еще желтенькую. Мне она очень понравилась, хорошего качества, тоненькая. И, знаете, так швы классно сделаны. В общем, супер мне понравилось. Горлышко хорошо растягивается. Вот такие вот Микки Маусики забавные. Фирма вся та же, Demi. Вот такая вот футболочка миленькая. Так, что там дальше у нас? Так, смотрите, заказала я им еще вот такие штаники. Еще внизу на манжетах. Я не помню, чтобы я их заказывала. А, они тепленькие, они тут на баечке. Вот такие вот. Тепленькие. Здесь на резиночке. Вот такие для садика тоже ходить, когда прохладно будет. Вот такие с лампасиками. Сзади карманов нет, просто обычные. На попе лейбл. Такие серенького цвета. Вот такие вот штаники заказала. Еще один вот такой костюмчик. Синя-бирюзовый даже цвет, можно сказать, не синий. Поскольку вещи мяты были в пакетах, то кажется, что вид у них не очень. На самом деле очень хорошее качество хлопка. И вид тоже хороший. Вот такой Микки Маус. И такие шортики коротенькие. Фирма все та же. Еще один костюмчик. Такая желтая футболочка. И шортики немного подлиннее, желтыми полосочками по бокам. Все хлопок. Все на резиночках для садика, чтобы было удобно все завязывать, все надевать. Футболочки без хлопок. Камера, к сожалению, не очень передает цвет. На самом деле она такая ярко-желтого цвета. Почему-то она у меня бледно здесь желто. И заранее извиняюсь за звук. Тут у нас делает соседний ремонт рядом, поэтому там может быть где-то будет жужжать дрель будет. Так что сори. Кофточка в садик. Это на холодное время уже. Там в садике должна у них висеть всегда какая-то теплая верхняя одежда. Вот. Без утеплителя.
просто хлопок, тепленько на кнопочках. И самое главное, сзади. Посмотрите, какой крутяк, какой медведь в очках и в наушниках. Это на спинке. Круто, да? Тут манжетики внизу, на рукавах, на талии. И вверху резиночка, тоже манжетик на горлышке. Вот такая кофточка в садик. Вот, еще вот такой костюмчик. Тоже здесь, кажется, это черный цвет. На самом деле он темно-темно-синий. Вот такие штаники. Типа как меланж, как это называется. Внизу на резиночках. На улице гулять. Может быть, в садик карманчики. Сзади карманчиков нет. Просто попа так сделана. На резиночке вверх. Вот такие штаники. И к ним кофточка. Вот этот костюмчик вообще супер-пупер. Поднять. Вот такая крутая машина впереди. Сейчас я вам покажу. Расправлю футболочку, кофточку. Такой джемпер и штаники. Ну, типа спортивный костюм, наверное. Вот такая кофточка. Серенькая, регланом сделан. Пошив. Рукава расположу. Тоже на резиночках. Цвет почему-то здесь у меня как черно-серый. На самом деле он темно-синий. Там, где черный, это темно-синий цвет. Сзади просто белая, ну, светлая спинка, без рисунка. Впереди вот такая крутячая машина. Вот такой вот костюмчик. Штанишки. И реглан. Футболка с длинным рукавом, тепленькая. Но без начеса. Просто вот как петельки такие, вот ниточка с петельками. Вот такой вот сделан. Так, вот такой костюмчик в детский сад. Ну, вот такие вот самые обычные. Хлопок, кулер, по-моему, или как он называется, этот хлопок. Маечка с трусиками в комплектике. Трусики, самые простенькие в детский садик. Хорошие резиночки здесь. Они глубокие. У нас мальчик попастый такой. Маечка. Один такой наборчик. И второй немножко другого цвета. И второй вот такой. Тоже трусики. И маечка. Ну, честно говоря, от маечки с трусиками, от этих комплектов я ожидала большего. Я что-то думала, что они будут покрасивее. Я там выбирала другие немножко рисунки, но... Таких не было, прислали вот такие вот. Но меня об этом предупредил. Человек, который пересылал, предупредил. Ну, я рискнула, взяла. Ну, в общем, не очень мне нравятся эти костюмчики. Ну, вот эти комплекты. Ну, да ладно, ничего, в детский садик пойдет. В общем, вот такие вот покупочки у меня. Трусики с маечками две штучки. Вот так. Футболочка. Костюмчик, футболка с бриджами, костюмчик тепленький, штаники с регланом, потом кофточка вот такая сзади с мишкой на кнопочках, костюмчик, шортики коротенькие с желтой футболочкой, костюмчик, шортики коротенькие с Микки Маусом бирюзовый такой и штаники теплые с начесиком. Ну, это в детский садик, самый то вариант. В общем, вот такие вот покупочки получились. Все, всем спасибо за внимание. Смотрите меня. Пока-пока.